зарабатывать, чтобы приобретать такие тачки. И я просто-напросто прикинул нахуй. 13 лет на заводе я отхуярил. Это 156 месяцев. Если мы эти 156 месяцев умножим хотя бы даже на 30 тысяч рублей в месяц, то я всего за 13 лет заработал 4 миллиона 680 тысяч рублей. Нахуй. Понимаете, что у меня вот этих вот 4 миллионов, на что мне тут за 13 лет хватит? А ни за что нахуй, ни на одну из таких тачек у меня денег не хватит за 13 лет работы, блядь. Работы нахуй за 13 лет. За 13 лет, блядь, пожирание пыли и грязи нахуй. Это у меня, блядь, руки горели нахуй от электродов, сука. Это я грязным потом, блядь, обливался 13 лет. Я дышал этой металлической пылью. И вполне возможно, у меня, блядь, силикоз нахуй откроется, блядь. Это я, сука, для страны делал, блядь, задвижки нахуй, которые, блядь, газ, нефть через себя нахуй пропускает. Я делал пользу нахуй для страны, чтоб в стране был газ и нефть, блядь, бензин и все такое. Что, объясните мне, это бородатое, блядь, чмо? Что это бородатый мудак сделал такого для страны, чтобы ей стало лучше нахуй, чтобы народу жилось лучше? Да нихуя! Он выходил и тявкал свои песенки, блядь, поганые нахуй. Ребята, и самое обидное, что все вот эти приобретения этих вот, блядь, дармоедов страны нашей, блядь, это, сука, наши им подарки, наши им приобретения. Это мы им купили, понимаешь? Потому что без нас они, вот, вот! Такой, как, такая, как Лолита, скажите мне, такая вот, вот, вот эта вот светская, блядь, левицева похуица, блядь, а? Скажите, она пойдет, блядь? Пойдет нахуй асфальт ложить, ебаный? Да хуй она когда пойдет, она не умеет даже, блядь, я уверен, пирожком, блядь, испечь. Кто тут, блядь? Шифу, вот это, прощуна старая, блядь, вот, она, Машка Распутина. Что она может, нахуй? Нихуя! Что у нас, блядь, Михаил Шуфутинский? Да токарный станок встанет. Или токарем, блядь, будет, или нахуй сварщиком. Да нихуя никогда. Может, он в шахте будет уголь, блядь, добывать, нахуй, за 20 тысяч рублей в месяц? Да, конечно же, нет. Потому что они пустые места, совершенно пустые места, блядь. Они, кроме вот того, что они делают, они больше нихуя не умеют, блядь. Это как футболисты, ебаные. Они бегают, блядь, с этим мячом ебаным. И все, и больше нихуя не могут, блядь. Суки, твари. Так вот, ребятки, вы подумайте только, ходя на ихние концерты, покупая ихние компакт-диски, я не знаю, там все, мы им платим эти деньги, мы своими кровными, заработанными, мы, получая, блядь, 20-10 тысяч рублей, идем, сука, и платим за концерт какого-то урода, блядь, 5 тысяч рублей. Да, ну, ёпта, нихуя, мы посмотрим на Шафутинского, ёпта, на бородатого этого ожиревшего, блядь, мудака, который приехал, наверное, на Роллс-Ройсе, блядь, а ты приехал туда на автобусе, нахуй, на маршрутке, блядь, на газели, а может, вообще пешком, блядь, пришел. А ты пришел поклоняться этому чуваку, который для тебя столько сделал, ебать мой хуй, блядь. В общем, чтобы накопить мне хотя бы еще на одну, хотя бы вот на любую из этих вот там тачек, хотя бы даже на самую плюгавую, мне нужно еще 13 лет, блядь, отработать. Тогда я буду около 9 лямов получу, тогда я, блядь, заработаю. И вот скажите, как у нас в стране, мать вашу, на квартиру можно заработать, если я за 13 лет 4 миллиона заработал? 4 миллиона квартиры стоит около 2 лямов, нахуй. Ну, я беру там двушку, например, да? 2 ляма, то есть мне надо, блядь, 8 лет почти. 7-8 лет хуярить, чтобы заработать на квартиру. При этом не есть, не пить, нахуй, ничего больше не покупать. А если с этих 30 еще что-то откладывать, то есть там по десяточке хотя бы в месяц, то мне понадобится уже не 13 лет, нахуй, а все 26, блядь. То есть вывод к чему я хочу сказать? Что доходы наши, вообще с вами, обычными людей, естественно, поставлены так, что ты нихуя не имел в этой жизни. Ну как так? Если какой-то Шафутинский будет иметь Rolls-Royce, и какой-то сраный там сварщик нахуй будет иметь хотя бы тоже Rolls-Royce, пускай этот Шафутинский заработал его за год, а я буду на его работать, блядь, 3 года нахуй. Ты что, такого не должно быть? Ты чернота, ты челядь, блядь. Ты челядь, ты на маршрутках должен ездить, понимаешь? Ты топтать должен свои вот эти вонючие, тухлые, блядь, ноги нахуй. Вонючие тухлые ноги должны в кровь, блядь, стирать. Ходить, сука. И не просто ходить, блядь, а ходить к ним, нахуй, на концерты. Почитать их, блядь. Почитать их, сука, ебаный, блядь. Я ненавижу, понимаешь?
дальше. Народ, блядь, я вас, сука, умоляю, прекратите, блядь, таскать этим гадам деньги. Они жируют за ваш счет, а вы, сука, хуй последний, блядь, доедай.